Еще какой вид искусства мы знаем? Архитектура, да, такой раунд тоже будет. Отгадать художника и картину – задача не из легких. Одинцовские школьники проверили уровень своей эрудиции на квизе, который на этот раз был посвящен творчеству и изобразительному искусству. Квизы у нас появились в прошлом году, когда мы приняли участие в программе «Библиотека – это современное пространство». Вот, с тех пор мы используем квизы, которые присылают наши коллеги из других библиотек, также составляем свои работы. Вот, например, сегодняшний арт-квиз – это наше детище. Мы много над ним работали. Формат познавательных игр быстро завоевал популярность. В командных встречах принимают участие ученики образовательных учреждений округа. Отвечать на вопросы и получать баллы молодым игрокам нравится. Я здесь уже нахожусь второй раз. Здесь очень интересно. Мы узнаем много чего нового. Проводим постоянные мероприятия и весьма интересные задания. Мне очень нравится, что мы ходим на такие квизы, потому что внеурочная деятельность, мы всесторонне развиваемся и проводим время все вместе, очень весело и очень классно. Кстати, увлекательные квизы в библиотеке номер один проводят не только для молодежи, но и для старшего поколения. В декабре участников ждут новогодние игры, которые посвятят году тигра и праздничным традициям. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».